Re, viss ēters ir te. Только 65% молодых медиков после получения диплома остаются на латвийском рынке труда. Это также выдержка из отчета ревизии Госконтроля. К тому же исследование отрасли показало, не всем молодым медикам, которые учились за счет государства, находится место в резидентуре. Вот что говорят сами резиденты. Главный фактор, который стимулирует уехать – зарплата. Потому что, закончив шестилетнюю учебу, закончив резидентуру, человек хочет более-менее нормальной жизни, чтобы не надо было работать по 300 часов, а хотя бы до 200, и получать достойную зарплату. Второй фактор – это выгорание. Молодые врачи-резиденты – это люди в возрасте от 20 до 35 лет, у которых есть семья, дети, которым необходимо эти семьи содержать. И с такой зарплатой, которая сейчас в Латвии, сделана, это очень трудно, особенно если оба в семье молодые врачи. По словам Ивы и Карлиса, максимальная зарплата резидента на руки 820 евро. Однако чаще всего резиденты получают и меньше – 750-760 евро. Поэтому они вынуждены работать в нескольких местах. Плюсом работы именно в Латвии молодые люди называют возможность более быстрого продвижения по карьерной лестнице.